грехам и преступлениям, в которых некогда жил, по установленным в мире обычаям, исполняя желания помыслов, плотских похотей. Подобно всем остальным, относился к отряду сынов противления, к числу гнева детей. Бог богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил меня, оживотворил со Христом меня, воскресил с ним меня, благодатью спас меня, посадил на небесах меня. Какую волю приготовил он специально для меня, прежде чем он умер и воскрес за меня. В саду Гефсимания были парения. Отец, если возможно, доминует меня чаша сия. Прежде чем первую молитву произнес я, Сын Божий уже тогда молился не за одного меня. Его потом были капли крови, что впитала земля. Он в одни своей плоти сильным воплем и слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Не знавшего греха сделали жертвой за грех, чтобы в нем соделать праведными перед Богом всех. Правитель имел обычай отпускать народу узника. Кого хотите, чтоб я отпустил вам на свободу? Вораву-разбойника или Иисуса по случаю пасхального праздника? Между тем, как он сидел на судейском месте, жена его послала сказать, как представителю власти: не делай ничего праведнику тому. Но почему? Я ныне во сне много пострадала за него. Именно поэтому он вошел не в рукотворенное святилище, но в самое небо, чтобы предстать за нас перед Божие лицо. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как священник приносил кровь тельцов. Пришел со скинии, не рукотворенной, не такового устроения. Со своей кровью во святилище вошел, приобрел нам вечное искупление. Дано ради него не только веровать, но и страдать за него. Он наши грехи сам вознес своим телом на древо. Пострадал за нас, пример оставил нам, чтобы подобно ему шли по его следам. Что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Это угодно Богу, если страдая, терпим за добрые поступки. Если и страдаем за праведность, то мы блаженны. Возопили громким голосом за слово Божье душу убиенных. Доколе, владыка святой истины, не судишь и не мстишь за кровь нашу, живущим на земле. И даны были каждому из них одежды белые. Им сказано, чтобы успокоились на время малое они, пока сотрудники их, братья их, которые будут убиты, как они дополнят определенное число. Кто поклоняется зверю и образу его, принимая начертание на правую руку или на чело, тот будет пить вино ярости Божией, цельное вино, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим пред ангелами святыми и перед агнцем. Дым от их мучения будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью все, кто зверю поклоняется и образу его, все, кто принимает начертание имени его.